института физической культуры. И если хотите, в этом есть и какой-то элемент совпадения. Мне как куратору армейского спорта очень приятно вручить Кубок Вооруженных Сил команде Военного института физической культуры. Я поздравляю вас, ребята, с победой. Я попрошу вручить медали. Под ваши будто аплодисменты, уважаемые участники, дорогие друзья. Лидер спорт в команде победителей. Победителям Вооруженных сил Российской Федерации по регби-7 вручает статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Николай Александрович Павлов.